Второй день орловская делегация во главе с губернатором нашей области продолжает посещать крупнейшие предприятия Беларуси. Сегодня Андрей Калычков отправился на одно из самых вкусных производств в республике – Рогачевский молочно-консервный комбинат. А далее делегация посетила предприятие побрутальнее. К слову, еще одно место, которое посещает орловская делегация во главе с губернатором Андреем Калычковым – это завод «ГУМ-Сельмаш», который производит вот этих красных красавцев, которые впоследствии работают на полях орловщины. Предприятие с почти вековой историей и одно из крупнейших в мире по производству комбайнов. История о том, как такие машины, что больше похожи на повозки, превратились в комбайны с рекордным сбором, рассказывали и показывали Андрею Калычкову работники предприятия. Одна из важных деталей – импортозамещающее производство. Технологический тракт – это комбайн FS-650, тоже полностью наша, и даже уже белорусские и гидроцилиндры, и гидромоторы белорусские. Единственное, что сейчас мы занимаемся освоением элементов режущих, это именно нож, прижим и брус. Орловская делегация посетила корпус с экспозицией импортозамещающей продукции и направилась в главный конвейер, где и творится магия инженерии. Сборочный цех – самое сердце подобного рода предприятий. Именно здесь собираются те самые известные комбайны, которые из года в год выводят орловщину в лидеры по сбору зерновых культур. И «ГУМ-Сельмаш» готов наращивать поставки комбайнов в Орловской области. С нашими аграриями уже обсудили условия. Уже на сегодняшний день, вот на 24-й год, Орловская область покупает более 20 единиц самой высокопроизводительной нашей техники. Именно это 21-24 мощностью 550 лошадиных сил. Это говорит о том, что Орловская область не только наши соседи, а наши друзья, наши партнеры. И мы со своей стороны готовы поставить плечо аграриям Орловской области для того, чтобы наша техника в нужное время и в сезон их не подвела. Губернатор нашей области отметил, наладить хозяйственные связи – это основная цель визита в республику. И плоды этой работы есть. В планах построить мультибрендовый центр «ГУМ-Сельмаша» на территории Орловщины. Сейчас в рабочем порядке мы обсуждаем эту инициативу. Область должна быть подготовить земельный участок, правовые основания, ну а руководство компании разместить объекты, которые позволят более активно представлять на рынке свою продукцию. Анастасия Гришина, Андрей Погосян, Валентин Худокормов, телеканал «Первый областной».